Российский боец смешанного стиля ММА Ислам Махачев возглавил рейтинг абсолютного бойцовского чемпионата UFC вне зависимости от весовых категорий. Сейчас он делит лидерство в рейтинге с американцем Джоном Джонсоном. В конце октября в главном бою турнира UFC 294 в Абу-Даби Махачев победил австралийца Александра Волкановски. Россиянин попал по австралийцу хайкиком, после чего тот упал. А Махачев принялся его добивать. В итоге рефери остановили поединок, присудив Исламу победу техническим нокаутом. Имя его следующего соперника на данный момент неизвестно. Не за горами зима, а значит, есть три верных способа, как ускорить прогрев двигателя автомобиля. Об этом рассказал журнал «За рулем». Первый способ – закрыть на зиму моторный отсек при помощи утеплителя для труб. Способ второй – поставить картон перед радиатором. Но при прогреве учитывать, что работа штатных датчиков температуры не всегда бывает корректной. А третий способ – для автоматической коробки передач. Нужно нажать на тормозную педаль, включить режим «драйв». Так двигатель получит дополнительную нагрузку и быстрее прогреется до рабочей температуры. ВТБ первым среди российских банков разработал технологию снятия цифровых рублей через банкоматы. Функционал будет доступен пользователям ВТБ онлайн. Получить деньги можно в любом из 14 тысяч банкоматов. Во время снятия наличных со счета цифрового рубля денежные средства сначала будут поступать на безналичный счет, после чего будут доступны для получения с банковского счета. В организации добавили, что переводы и платежи с цифровым рублем для физлиц бесплатны, а при оплате, совершаемой физически лицами в пользу юридических, комиссия составит 0,3% от платежа. Новости коротко подготовила Карина Волошина.